Период эпидемии, работа медиков и власти становится определяющей в обществе, в жизни каждого человека, каждого больного. И здоровье напрямую зависит от наших действий. Особенно надо запомнить три основных заповеди. Первое. Избегай массовых мероприятий. Заболел — останься дома, какой бы ценный работник ни был. Здоровье коллектива, который окружает больного человека, важнее всего. Все страны мира стараются защитить людей от ввоза этого вируса. Вы видите на картинках, как выглядит этот вирус. Он имеет 40 подвидов всевозможные. Только лабораторно можно отличить, это коронавирус или другой вирус. Могу вам сказать вот такие, знаете, неутешительные слова. Если в 2000-х годах у нас еще были сильные лаборатории, которые могли делать хорошие заборы вируса, определять вирус, и, как правило, мы это делали первые в нашей стране, на сегодняшний день эти лаборатории, к сожалению, работают не в той форме, которую надо. Сегодня надо делать все возможное, что если мы видим больного, по сути, типичного заболевания, его надо изолировать и все сделать возможное, чтобы он не заражал других. Все. На этом такие большие противоэпидемические мероприятия глобальные должны закончиться. Да, можно не пробежать. Да, да, да. Спасибо вам большое. У меня хорошее внимание.